Да, народу много. Вот, на самом... Да. Вот, ну да, действительно. Там, значит, это... Там был один курс из 4 дней. Там 4 дня, каждый день там где-то 3-4 материала. Но там меньше информации, чем в официальном мануале по этим программам. Там про две программы рассказывали, теорию небольшую. В инструкции написано больше. Вот, значит, вот, первый день там теория, это была... Это, в общем, там препод из питерского универа Ангем читал с формулами. Но он написал, что тебе не понравилось. Ну да, то есть он объяснял то, что я и так на пальцах уже понял после того, как сам снимал с коптера. Не, ну то есть понятно, но в реальном университете я бы ему ни одной сессии бы не сдал. Потому что там все это надо математически выводить. Эти алгебраические преобразования формулы обратной геодезической засечки. Так-то это все компьютер считает. А нужно, чтобы у тебя компьютер сломался, а ты в поле, а да. Вокруг враги, ты сам посчитал, понял? Да, чтобы ты это сам мог, чтобы ты сам мог прицепиться к какому-нибудь крузнику и зарисовывать с него место. На кальку. А потом две кальки.